Всем добрый день. Мне завтра, сегодня 8 мая, мне завтра на работу 9 мая. И чтобы праздничное настроение было, и все равно какое-то хочется как-то его отметить, хоть ты на работе, я возьму бескозырку. Я вот сама делала вот эту георгиевскую ленточку с флагом российским, вот на мастер-классе. Вот такая у меня бескозырка, я ее завтра одену, вот, и буду в ней сидеть целый день работать. Ну, не знаю, мне хочется как-то отметить, хочется какого-то настроения. Также приготовила воздушные шары, понадуваю и как-нибудь их там размещу. Надеюсь, получится, возьму с собой нитки. Вот, еще у меня есть вот такие шары воздушные, вот, и насос такой, тут тоже в наборе есть насос, и сделаю, как сказать, цветы, вот, я умею делать цветы по своей прошлой работе, так что вот я готовлюсь на работу, и хочу, чтобы было настроение, вот, чтобы было, как сказать, праздник, все равно мы не отмечаем, но хочется вот такого настроения. Так, 8 мая. Я продолжаю готовиться к 9 мая и выходу на работу. Накрутила вот себе такие гульки, посмотрела, как делаются красивые локоны. Заворачиваются на пальцы и вокруг. Перед сном я еще раз их проверю. Вот, и посмотрим. Завтра хочу копну волос. Завтра мне надо прийти на работу пораньше. Вот. И сделать куча цветов, куча шаров. Вот. Надеюсь, что погода будет лучше, чем сейчас. Сейчас очень пасмурно и тоскливо. Но ничего, создадим завтра настроение. Буду работать, вернусь на работу. Ура, ура, ура. Вот. И устроим День Победы. До завтра. Не пугайтесь. Это я себя привожу в порядок. Чтобы стать красивой, нужно измазаться. На самом деле, это у меня шоколадная маска, вот, с крымской косметики, мне сестренка дарила. И я себе брови решила подкрасить, чтобы, ну, поярче быть. Вот, так что сейчас жду. А это я себе причесон навела, чтобы кудряхи утром были. Так что завтра я вам покажусь, какая я буду красопета. Вот. Ну, маска, она, конечно, не единственное, не нравится, что она не так плотно прям ложится, ну, таким слоем. Но зато пахнет очень приятно, таким прям шоколадом-шоколадом. Вот завтра прям жду рабочего дня, жду все украсить, и когда все будут приходить, какое будет настроение. Немножко даже переживаю, потому что полтора месяца самоизоляции дают о себе знать. Все отлежало, все отсидело, все, что, не знаю, обленилось. Завтра буду приходить в форму. Но завтра будет день, конечно, такой прям насыщенный там, потому что я смотрела по записи, там все прям сплошняком и плотно, вот, ну, завтра, то есть, приду, ну, кстати, хорошо, когда день быстро летит, когда там работа, 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 вот, так что завтра приду, почитаю инструкции, что там надо как соблюдать, вот, ладно, будем держать курс только на самое хорошее, светлое и доброе. Ой, завтра на мне настроение отличное, прям весеннее. Вот. Сейчас надо будет лечь сегодня пораньше и выспаться, и завтра в 7 проснуться, привести себя в порядок и идти наводить красоту на работе. Проснулась, надо готовиться к работе. Если честно, в роликах было сказано, что очень легко спится вот на этих штучках. Они такие мягкие, нифига подобного. Такие эксперименты я готова с собой делать нечасто. Вот, так что, конечно. Ну, например, сейчас я буду, как сказать, распрямлять. Сейчас буду показывать вам. Вот. Вот. Так. Вот такая штука. Дрюка. Сейчас будем делить на кудри. Ладно, сейчас. Вот такой у меня хайер. Вот, ладно, сейчас посмотрим. Посмотрим, как что тут уложится.
Вот, ладно. Поехали. С праздником вас 9 мая. Надеюсь, для вас этот день пройдет очень-очень хорошо. И будут новые надежды, новые планы. Вот. Ладно, буду сейчас распрямлять. Короче, я похожа сейчас на веселого-веселого клоуна. Наверное, у меня слишком короткие волосы для этих экспериментов. Вот. Сейчас буду расчесывать, посмотрим, что у меня получилось. Вот, вот такая я прям, знаете, я как из это, похожа из фильма «Родня» на эту, с химией. Вот. Мне надо, фиг знает. Смотрите. Сейчас буду расчесывать, что-то делать. Такая-то мадемуазель такая. Ой, вообще. Ой, такая, блин. Смотрите. Вообще. Вот такую химию все забабахала. Ужас, такая тетя Мотя. Здравствуйте. Вам что, пирожок с картошкой или пирожок с капустой? Ой, ладно. Сейчас буду приводить себя в порядок. Иду на работу. Вот, как вы видите, кудряшек нету, потому что с этим хайером я не справилась. Я намочила волосы и их выпрямила. Вот. Сейчас иду пораньше на работу. За час хочу украсить там рабочее место, чтобы хоть какое-то праздничное настроение было. Вот. Да, отменили парады. О, смотрите, сейчас покажу. Вон иду, и в окне вывешен флаг. Блин, в прошлом году мы классно отметили 9 мая. Пели на балконе, махали флагами. У меня, кстати, есть на канале видео про прошлое 9 мая. Ну, в этом году получилось так. Ничего. Переживем. Главное, чтобы все наладилось в мире. Так, украшаю рабочее место. Вот. Вот у меня уже висят два шарика. Вот еще надуваю. Вот, придумываю, как могу. Вот, потом одену еще бескозырку. Уже одела вот георгиевскую ленточку. Вот, так что создаю настроение. Еще хочу сделать букет из цветов. И ваза есть. И поставить их в вазу. Так. О, смотрите, как здорово, да? Украшено. Так, сейчас еще два шарика украшу. Вот, и будет красота. Вот, ладно, когда уже до конца украшу, обязательно включусь. Мне еще надо накраситься. Вот, вот такие вот шары. У меня брови немножко темнее, что-то их вчера передержала, видимо. Вот, создаю настроение. Ну что,
Я приготовила рабочее место. Вот, цветочки в вазу, к сожалению, не поместились. Их так поставила в горшок, ну, в искусственные цветы. Сама одела бескозырку. Сейчас накрашусь и буду готова. Вот, вот так вот у меня место сделано. Вот. Так что к празднику и к работе готова. Я рада, что я на работе, тем более в такой день праздничный. Каждое 9 мая мы отмечали с Димой у друзей на балконе, пели, танцевали, но сейчас вот такие обстоятельства. Ладно, вот расскажу вам потом, какая была реакция. Вот, всех с праздником еще раз. Так, я пытаюсь заснять. В 2 часа у нас должен быть полет стрижей. Где-то их слышно, но не видно. Так, сейчас, может быть, увидим. Где-то должны быть. Откуда-то летят. Вон они. Так, наверное, отсюда не видно. Вон. Пролетели. Вот сейчас. Вон пролетают. Так, пролетают. Увеличим. Вон еще сейчас. Сейчас. Да, летают над Алёшей. У нас тут недалеко Алёша как раз. Вот. Так. Короче, ничего не видно. Вон. Вон летят. Вдалеке ничего не видно, к сожалению. Ну что, прошел мой рабочий день. Честно говоря, с непривычки мне ломит спину, потому что, конечно, высиживать на одном месте после того, как в основном валялся, это да. Вот, но день, конечно, прошел хорошо, все понравилось, все были в восторге от того, что я в пилотке, что я украсила шарами, приезжала даже директор. Вот, заходила и меня хвалила, и даже фотографировала себе на память. Вот, так что 9 мая прошло хорошо. Конечно, грустно, что нету парада, что нету наших традиций, это очень грустно. Но все равно я смотрю видео, я, может быть, вставлю прикольные видео с 9 мая, которые сегодня мне показывали. Здорово. Вот, я сейчас смотрю, окна, к сожалению, ни у кого не украшены этими, напротив дом не украшены какими-то флагами, шарами. Вот, но настроение мы делаем сами. В следующем году, возможно, я украшу наши окна. Надеюсь, у вас этот день прошел хорошо. Мы чтим, помним. Это наша память. Спасибо, что мы живем на этой земле.